Так, друзья, мы начинаем. Вот здесь мы остановились в прошлый раз. На такие фотографии мне не стыдно. Не стыдно, что со мной дружат такие выдающиеся люди, как ученый Савинич. Вот. И как не доверяют деревья, вырастая за один год на 2 метра. Это еще и не рекорд. Итак, сегодня вебинар 173. Значит, там ниже будет один случай интересный. Я использую все, даже неудачи. Неудача была то, что мне вернули посылку. Выбрали оттуда все, что людям казалось ценным. А то, что им казалось бесценным, они вернули обратно. Мол, там нет слова «подавись». Ну, там были другие слова. Ну, типа «полуправда – это ложь». Вот, возвращаю вам дикие абрикосы. Где мне? Откуда у меня дикие абрикосы? И тогда я подумал, вот отсюда ноги растут. Человек, который сделал мне возврат, увидел, сколько я ему послал. Это было очень много, и, скорее всего, ему это показалось не по зубам. А так как не по зубам, надо было как-то найти повод вернуть посылку. Повод нашелся. Человек перелопатил интернет и убедился, что моя полуправда – это ложь. То есть я лгун. Поэтому я чуть начинаю раньше. Смотрите, однажды я отвечал на письма и отвечал прямо в саду. Вот это вот сделано портрет, я прямо с экрана снимал вот это. А что я снял? Записку зачарованного садовода, 2016 год. И вот это вот приусадебное хозяйство за 2015 год лежало на табуретке. Я его тоже сфотографировал, чтобы показать, что ребята, будьте осторожны. Вот почему? Потому что я показывал обрезки, разные виды обрезки, и по качеству обрезок, и по видам обрезки, самое страшное по времени обрезки. И вот так получилось, что я получил почти отлуп. Вот. А потом то, что сейчас превалирует садоводство, которое, мягко говоря, на мой взгляд, неправильно, я уж так самое мягкое слово выбрал. Я же не говорю это. Ну, поняли. Самое странное. Вот. И вот получается так. Открываю присадебное хозяйство, а там лунные календари. Помните, я чуть-чуть зацепил эту тему. Но целые развороты. Вот туда бы мои статьи, да? Нет, лунные календари. Вот. А там режем апрель, марте, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Но хитро режем. То есть, на мой взгляд, все это смертельно, опасно, невероятно. Не может этого. Это должно быть исключено. Когда-то кто-то должен... Ну, там пока вверху нет таких людей. Там все считают, что надо резать. А тут получается, что я один воюю, воюю. Ну, сейчас появились, есть уже некоторые товарищи. Вот. Но у каждого все равно какой-то свой выбор. То есть, вроде бы и со мной согласны, но вот, прищипаем. Вроде со железом согласен, но будем делать не отрывание веток, не отрезание веток, знаете как, а усушение веток. Вот. То есть, наоборот, получается, на меня ссылаются, а результаты еще хуже. Ну и вот, значит, лунный календарь, луна поднимается, растет. Растет не луна, нет. Растет только ее освещенная часть, и можно резать. Луна на исходе нельзя резать, а при этом-то какая может быть в ноябре, в декабре обрезка? Нет, разрешает. Вот я допек этот журнал раз. Потом я допекал всегда. Смотрите, это знаете, какой год? 14-й год. Это все вот в это время было. Я как допекал? Вот. Обрезка на кольцо, смертельный прием. Только кроме меня и вас об этом еще не знают, да? Вот. А повод есть. Надо заработать на живице. Живица – прекрасная вещь. Возможно, даже в этом флаконе не какая-нибудь подделка. Может быть, она самая настоящая. Вы знаете, что такое живица? Вот. Это та же самая кометь. Вот. Ее ненавидят, кометь. Это одна из страшнейших ошибок, заблуждений. Выряжаем кометь, это только когда дерево себя залечило. Ну, примерно так же, как у вас. Я вынужден это повторять, потому что иначе кажется, что зачем я эту тему поднял. Вот представим себе, что вот она рука, вот здесь рана, вот ее затянуло, да?
Бывает сукровица, все-таки это заживает не в один день. А вы потом взяли ножом острым, например, садом, он самый острый садовый нож, скальпель острый, и взяли, вырезали с мясом на руке. Вы этого делать не станете, а здесь стали. Вот. Почему? Надо живицу продать. И вот таких вот накопилось, накопилось, и что получилось дальше? Вот.